26 июня отмечается День молодежи, а также Международный день борьбы с наркоманией. Этот день в Славянске на Кубани начнется с молодежного пробега. Старт в 9 часов утра от кинотеатра «Кубань». Финиш на Театральной площади. Затем на главной площади города пройдет спортивная зарядка под названием «На трезвую голову». С 19 часов в Северном парке будет проходить фестиваль молодежного неформального творчества «Уличный стиль». Здесь на интерактивных площадках молодежь района покажет свои способности в таких направлениях, как рэп, брейк, граффити, историческая реконструкция. В это же время на Театральной площади Славянска на Кубани будут награждены активисты и специалисты в сфере молодежной политики, победители фотоконкурса «Уличный стиль», который проходил в районе с 13 по 26 июня. После награждения гости праздника станут участниками праздничного концерта с участием творческих коллективов города и района. В 21 час на сцену выйдут артисты краснодарской группы «Оранж». Завершится праздничный концерт с дискотекой. Примите участие в праздновании Дня молодежи. Подарите себе праздник.